Приветствую. Теперь обещано ТТХ на тальку Драук. Это полностью эксперимент. Вот я здесь использовал вместо деки и самого корпуса два горбуля. Его остается очень много. Было еще выбрать. Я решил сделать вот из горбуля. Задачи стояли послушать, посмотреть, как он будет звучать, именно горбыль. Это первое. Второе, я попытался сделать следующее. То есть сам корпус полый, да, он небольшой. Вот, ну, где-то вот такой, наверное, где-то. Он небольшой. А вот эти вещи, вот она, у меня ладонь сюда заходит, да, это я их так называю крылья. То есть там у нас пусто. То есть вот здесь у нас полая штучка с этой стороны и с этой стороны. Вот. Для чего? Я хотел посмотреть, будет ли эффект камертона. То есть вот эти крылья с двух сторон, они резонируют. То есть я попробовал, да, и звук идет не из слуховых окон, по большей части, а вот отсюда. Тут-то вот сверху идет, ну, слышно. И третья задача была, это сделать его не просто в таком стиле, да, а именно на посохе. Почему? Чтобы посох у нас вставал на какую-то поверхность в виде пола, а лучше всего деревянного. Оно больше резонирует и больше слышно. Больше слышно инструмента и звук, который он издает. Да, есть небольшая промашка, это в выборе посоха. Но, опять-таки говорю, что это эксперимент. Я вообще видел его как бы побольше. То есть вот так где-то, да, чтобы именно стоя. Но, как вариант, это тоже имеет место быть. Мы можем сидеть, мы можем сесть, да, и вот. Вот таким образом. У нас она упирается, от корпуса у нас упирается тоже на бедро, но мы его не ставим сюда, вот, как на обычной тальке, да, то есть мы сидим вот так, играем, да, а это уже вот она стоит вот здесь вот на полу. Вот я в ножку его упер, посох, да, и вот она у нас, корпус у нас лежит на бедре, и мы вот так же все вроде бы, как бы, так же и все играется, да, то есть техника особо не изменилась. Вот. Вот эти три задачи у нас стояли. У нас они получились все. Ну, у нас все впереди, я думаю. Будет еще моделька, наверное, именно для того, чтобы стоять, играть. И вот там, может быть, это я и реализую. То есть побольше корпуса и крылья. То есть сам увеличить весь инструмент. Но опять-таки повторю, это просто эксперимент. Так, что еще? Что еще? Инструмент полностью разбирается. Полностью. Вот, можно вытащить его в шкантик. Вот здесь вот шкантики, здесь это все вытаскивается. Можно полностью его разобрать. То есть все разбирается. Это разбирается. Все разбирается. Не разбирается только корпус. В принципе, наверное, все. И, наверное, перейдем мы к самому звуку.